Ну что, поиграем в следопытов? Где же тут были пути, дорожки? Вообще ничего нет. Вот только мы ночью ходили подкладывать печку в теплицу. Вот только и есть дорожка. Градусник там где-то. Ой, потерялся. Тепло. Сейчас доберусь до него. Восемь градусов. Ну вообще сопли. 8 градусов. Это для нас не минус. Это значит опять будет снег. Небо серое. Тяжелое. Вообще вот небо и снег одного цвета. Ну вот, нет. Здесь тоже дорога. Чуть-чуть намечается. Вот я иду, чтобы пройти в теплицу. Едем мы с грейдером. Вот так, ребята, у нас бывает. Если у нас тепло, значит, у нас снег. Теплица вся в сосульках. Ну, какие сосульки. Это же просто прелесть. Мне бы в детстве такие сосульки. Мы их такие видели, длинные, метровые. Только, наверное, в марте. Да. Тогда нам... О, был балдеж. Мы с этими сульками, как со шпагами, сражались. А уж облизать-то там есть чего. Ужас. Какая красота. Все это надо сбивать. Осушитель воздуха старается. Так, на нем 16 градусов. 71% влажности. Ну, он здесь у нас как вентилятор работает. Так вот, везде есть конденсат на пленке. Так, а градусник показывает здесь 14. Да, 14. В кои-то веки с утра прям 14. Растюхом, как всегда, все хорошо. Правда, света нет. Нет света катастрофически. О, какая. Пуговушка. Буду я ее резать. Хоть сейчас и не время, но там есть внизу молодежь. Обрежу. Вот такая красота. Цинерарию пересадить надо. Вот мои бегонии. Тоже их нужно отсюда рассаживать уже. Уже прям... Прям не то, чтобы вчера, уже позавчера надо было это делать. Ну, ничего страшного. У них уже клубенечки образовались. Ой, будем пересаживать. Я вам все расскажу и покажу в подробностях. Крупным планом. Здесь тоже все в порядке. Здесь 22. Но нет света. Вот там чуть-чуть от конька отъехал снег. И все это вот так висит. Полностью темно. Если бы сейчас солнышко выглянуло внезапно, ну, это маловероятно, то снег бы очень быстро сошел и было бы светлее гораздо. А так только вот боковое освещение. Поэтому растюхи мои переживают темноту. Ая порадовала цветением. А я думаю, что ж так приятно пахнет. Прям какой-то аромат такой. Думаю, что такое. И еще только первые скромные цветочки начали распускаться. А уже запах. Довольно-таки много запаха уже. Воздух же здесь такой неподвижный. Вот вся. Вот все. Бутончики все напыжились уже. Все. Вот. Вот спрашивали, прищипывать ли ее. Честно скажу, я не прищипывала ни разу. Вот какой мне маленький подарили, такой я его и пересадила в стаканчик побольше. Потом пересадила в горшочек.
Ну, а теперь вот он у меня живет, наверное, 4-литровый это вазон. Ну, это не 5 точно, это литра 4. Такой вот вазончик. Там немного дренажа. И почва такая, какую я делаю вот для всех растений своих, универсальный грунт. То есть он и питательный, и рыхлый. Поливаю по мере подсыхания. То есть, ну, сверху смотрю, что вот уже такой серенький грунт становится. Значит, уже пора полить. Ну, здесь она стоит на теплом полу. Здесь тепло, корням хорошо и подсыхает лучше. Ну и опять же, вот тронулась в рост, сыпались эти листочки желтенькие. Я их еще дополнительно сама обобрала. Здесь вот несколько ягодок было зрелых. И вот там сейчас вот краснеет ягодка. И вот проросточек мой. Пока ничего с ним не делала. Не трогала его. Маловатенький он. Пусть живет. Ну, даже если я отсюда сейчас не буду пересаживать его, потом растения буду переселять уже к весне в побольше кашпо или вазон. Потому что все-таки кустик-то приличный. Так, возраст ему какой? Возраст? Дайте подумать. Прошлую зиму она зимовала у меня в теплице. И эту зиму. От зимы до зимы, значит, год. И до того. Ну, где-то лето. Год и 8, наверное. Ну, ближе к 2 годам, можно будет так сказать. Да, скорее всего, к 2 годам уже ближе. Вот такая красоточка у меня. Я очень рада этому подарку. Это был подарок мне. Очень рада. Ну, давай, Патрик, позируй. Ой, молодец. Ты такой весь обсосанный. Собаки очень жаркие. И вот сейчас, когда всего минус 8, им жарко. Да? Скажи, мне жарко. Вон вся шерстка. Лежал на снегу. Охлаждался. Вся шерстка теперь в сосульках. Да, да. Красавчик ты, красавчик. А кто сделал? Вот кто это гнездо вытаил? Вот так она лежала здесь всю ночь. Я сейчас подмела. И до досок все вытаила. Вот даже немножко шерсть примерзла. А кто это такую фушную ямку сделал, а? Скажи мне. Кто так старался? Вся вон такая, вся в снегу, обсосанная тоже страшная. Чего нельзя было в будке ночевать? Лежала она здесь. Так, любимого хозяина ждала. Он вышел, а я тут уже, скажи, да, под ногами. Приветствую, друзья. Суточный снегопад обеспечил нам работу на целый день. Так что весело, сегодня мы нисколько не заскучали. Работа, бери больше, кидай дальше. Тут вам и фитнес, и развлекуха. А что? Весело очень даже, ничего. Маленько солнышко выглянуло. Сейчас все приберем. Каждому в семье свой фронт работ выдали. Мне вот нужно вычистить эту часть. У Алёши свое задание. Ему нужно пробраться к компостным кучам, продвинуться. Папа здесь двор вычищает. Это у нас пологом закрыта угольная куча. Эх, сосулечка какая. Ва-ва-ва. Вот так, вот так. Все. Алёша сбивает сосульки аккуратненько. Взял небольшой молоточек.
и на табуреточки. Как только сосульки оббиваются, сразу снег хорошо съезжает. И все аккуратненько. Переехал и дальше. Он уже как далеко отошел. Ну, сыпется хорошо. Почти чистая крыша. Все обчистил. Вот. Понемножку можно лопатой с краешку снимать. Куда ты, Мара, так далеко пошла? Ты сейчас замерзнешь и все. Ну все. Вышли вот с Марусей погулять. Пошли, Мара. Все, у нас уже сумерки, считай. 4 часа. Уже совсем темно становится. По-прежнему еще так тепло. Ну, относительно тепло. Это по нашему климату тепло. Сейчас вот посмотрю печку, возьму ведра. Буду набирать картошку на завтра. Пошли, Мара. Закорябалась. Погреть лапки надо. Вот еще у меня какая забота. Почти готов стеллаж. Осталось только вот такие вот тонкие полосочки проварить. И нужно будет покупать сюда фанеру. Вот так вот будет выстилаться вот сюда вот фанера. Какой размер, завтра буду выбирать, по магазинам смотреть. Снег вот хорошо с крыши съехал. Вот с северной стороны, там, где Алёша его сбил. С южной стороны до солнечного дня. Солнечный день, отсюда тоже съедет снег самостоятельно. Ну вот, друзья, зима началась с хорошего обильного снегопада. Второй день зимы мы провели уборкой этого самого снега, очисткой крыши теплицы от сосулек. Ну, в общем-то, 4 часа и уже как бы день заканчивается. Сейчас вот хорошее такое солнышко закатное вышло. Прям, ну, грех не воспользоваться таким освещением. В декабре планирую с вами встречаться почаще, потому что буду уделять больше времени именно каналу. Встречам с вами тематическим или какие-то лайф-стори рассказывать вам, как мы проводим подготовку к Новому году, какие у нас дела происходят, что черенкуем, построили ли еще один стеллаж, как его оборудовали, ну, в общем, много всякого такого интересного. Ну, это пока у меня такой так называемый отдых от массового черенкования. Ну, а потом пойдет работа, работа и работа на запас черенков к весне, к сезону, там посевы разные. Пока я ничего не сею, потому что, ну, еще для нас это очень рано. Сезон у нас начинается поздновато, где-то с конца апреля это, знаете, еще такая только вот, может быть, рассылка какая-то. А рынки у нас начинаются, ну, дай бог, чтобы с середины мая, потому что возвратные заморозки, и люди как-то очень даже боятся брать рассаду и высаживать, а брать просто рассаду, покупать, чтобы ее поставить куда-то в свою теплицу, а ведь там своя уже рассада какая-то стоит, в общем, не рискуют. Поэтому покупать начинают, когда уже можно высаживать все грунт. Вот, поэтому пока живем так. До свидания, до следующих встреч!